Так, нашли стоянку кабана. Лёжки свежие. Ну а сейчас, пожалуйста, охотники, комментируйте, что, блядь, эти кабаны сделали со своими сослуживцами. Напали на стоянку каких-то каннибалов. Нигде в истории этого не слышал, не читал, не видел. Ну просто что-то страшное. Короче, они друг друга жрали просто. Насчитали 4. Здесь полтела. 4 головы. Здесь вот сожранные. Я сначала думал волки, но так как вчера они еще здесь были, вот еще свежие лёжки. Лёшку-то ты снял? Да-да. Просто кошмар, блин. Там вот тоже куски шерсти, тут вот что-то валяется. Да нет, какие волки? Нет. Вот здесь тоже. Шерстью застелены эти. Куски копыт, кости свеженькие. Вот лежанка шерстью выстелана вся. Представь, сколько мяса было. Тут же говно. Следы кабана. Следы кабана очень крупные. Всю мелочь сожрали. Всех мелких подсвинков сожрали годовалых. Неделю назад здесь ничего не было. А вот здесь вот они жировали. Сейчас посмотрим, сколько они тут нарыли всего. По ходу дела у них тут было пиршество. Возились, своих сородичей убивали, пировали. Все изрыто. Большое стадо кабанов. Съели как минимум 4, может 5 своих сородичей. Вот такие вот кабаны.